В ДТП, произошедшем на восьмом километре автодороги Малая речка, Турша, Головино, пострадала целая семья, в том числе маленький ребенок. Авария произошла около часу ночи, водитель Аки не справился с управлением, съехал в кювет, машина прокинулась. По предварительным данным, 27-летний мужчина находился за рулем, будучи в нетрезвом состоянии. С ним в салоне были жена и полуторагодовалый сын. Звонок в дежурную часть полиции а ДТП поступил в 2.30. На место происшествия помощь прибыла лишь спустя час. В в результате помимо черепно-мозговых травм и переломов, родители получили переохлаждение, а их ребенок сильное обморожение. Взрослые, пострадавшие в ДТП, сейчас находятся в Медведевской районной центральной больнице, а ребенок в состоянии комы под наблюдением врачей Детской республиканской больницы.